Я Джесс. Пойдем играть со мной. Проснись, на небе солнце, новый день пора встречать. Что нам готовит день, не терпится узнать. Прекрасен мир чудес, там, где Джесс. Увидим мир чудес, там, где Джесс. И будет день веселым весь, там, где Джесс. Узнаем много здесь, ведь с нами Джесс. Наш котенок Джесс. Загадки Джесса. Как нам согреться? Ой, привет. Сегодня так ветрено и холодно. Может, надо было остаться дома, Джесс? Там так тепло и уютно. Но, Билли, мы же хотели поиграть на улице. Да. Ведь сегодня яблочный пикник у Уиллоу. Ура! Ой! Ура! Хватит, Ба! Остановись, Ба! Прости. Знаете, где именно будет пикник? Да, в саду под яблонями. Давайте зайдем за Мими. Надеюсь, она не забыла про праздник. Мими! О, как холодно! О. День пикника настал! Яблочный пикник у Уиллоу. Да, и мы будем играть в игру «Уиллоу говорит», как всегда. Но сегодня слишком холодно. Я, наверное, не пойду, Джесс. Эй, пожалуйста, Мими. Я пойду, если ты придумаешь, как нам согреться. Идет. Как же нам согреться на пикнике у Уиллоу? Эй! Вот и наш вопрос! Кто? Нам поможет! Что? Нам поможет! Где? Нам помогут! Как? Нам помогут! Думай, пробуй, узнавай! С Джессом мы идем вперед! Задачка нас сегодня ждет! Как же нам согреться на пикнике у Уиллоу? Сегодня праздник у Уиллоу. Мне очень холодно. Нам всем холодно. Кроме меня. Мне совсем не холодно. Потому что у тебя особая шерсть, Ба. Но Ба греет не только ваша шерстяная шубка. Не только? А что же еще? Я знаю, что все тепло уходит через голову. Подумаем. Если тепло уходит через голову, то что нужно надеть, чтобы сохранить тепло? Шарф? Шапку? Или пальто? Шапку! Молодцы! Ура! Можно мне надеть ее, Ба? Прошу. Ну, хорошо. А можно мне? Конечно! Здорово! Мне так тепло! Беда в том, что у нас всего одна теплая шапка, а согреться нужно всем. Думаю, я зайду в дом и согреюсь там. Можно с тобой? Конечно, ребята. Нам нужно что-то придумать, иначе пикника не будет. Мы посмотрим, что есть на ферме, Джесс. Хорошая мысль. Пикник! Интересно, тепло ли сейчас нашему другу Горацию? Пойдемте к нему на пруд и узнаем. Какой ветер! Где же Гораций? Давайте позовем его. Гораций! Привет, Джесс! Ты звал меня? Гораций, ты весь в грязи. Разумеется. Когда на улице очень холодно, все лягушки зарываются поглубже в ил. Это как большое теплое одеяло. Ух ты, я этого даже не знал. У меня появилась идея. Согревайся, Гораций. Идемте со мной. Пока, Джесс. Эй, я знаю, как нам всем согреться.
Ура! Как же? Что нужно сделать? Мы чем-нибудь укроемся. Отлично! Здорово! Укроемся? Но чем? Ух, помните, чем укрывался Гораций, чтобы быть в тепле? Ватой? Илом? Или листьями? Илом, да! Илом! Илом! Нам это нравится! Нам это нравится! Здорово! Джесс, я нежно-розовый кролик. Я не хочу пачкаться. Давай же, Мими, это поможет. А потом мы пойдем на пикник. Вам же стало теплее, правда? Нет, нет, не очень, Джесс. Эй! Может, этот способ подходит только лягушкам? Пикник! Пикник! Вы готовы? Вы собрались? Еще нет. Мы пока не придумали, как нам согреться, ба. Что это у нас здесь интересно? Мне так уютно. Солома. Ага. Билли, я понял, ты молодец. У меня дома много соломы. Пойдемте за ней. Если закопаться в солому, будет очень тепло. Это помогает. Мягкое тепло. Да, отличная солома. Сейчас мы согрелись. Но если мы хотим играть в саду, нам придется обернуться соломой. Но как же нам всем в нее обернуться? О, у меня есть идея. Миллоу! Привет, друзья! Привет, Миллоу! Привет, Миллоу! Мы пришли! Миллоу, смотри! Мы готовы к пикнику! Мы согреваемся при помощи соломы. Этого я не ожидал. Бедные вы мои! Вы совсем замерзли. Давайте играть, Виллоу говорит. Но, Виллоу, нам правда холодно. Давайте попробуем. Немножко. Виллоу говорит, бегите к ближайшей яблоне, обогните ее и возвращайтесь обратно. Вперед! Виллоу говорит, бегите к яблоку соседа. Виллоу говорит, стоп! Как весело, Виллоу! Ой, подождите, мне совсем не холодно. И мне не холодно? Мне тоже. Мне так тепло. Это потому, что вы побегали. Как это может помочь? Бег согревает вас изнутри. И мы согреваемся снаружи. Как просто и действенно. Мы нашли ответ. Ура! 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 Мы согрелись на яблочном пикнике в Виллоу, потому что не стояли на месте, а бегали. Ура! Ой, ба, ты, кажется, вспотел. Никто не знает, как мне теперь охладиться на яблочном пикнике. Может, и вам с друзьями поиграть, Виллоу говорит. Это так весело. Приходите завтра, и мы найдем новую задачку. Пока! Авторы сценария Мелли Бьюс и Джен Пейдж. Продюсер Майк Шиэлл. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».